пятницу в Самарской области будет ясное небо и жаркая погода без осадков. Температура днем 29-35 градусов, ночью 23-25 выше 0. Ветер южного, юго-западного направлений, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 33 градуса, ночью плюс 22, ветер юго-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо, плюс 31 градус в дневное время, ночью 23 выше 0, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 32 градуса тепла, ночью плюс 25, ветер юго-западного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 29%, температура воды в реке Волга 20,5 градуса, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.